Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова видео на проекте Amazon Crew Play. Сегодня, пацаны, будет очень необычное видео. Прям максимально необычное. Я думаю, такого еще точно никто не делал. Я стараюсь для вас снимать реально уникальный контент, интересный. Поэтому обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Моя цель — это 20 тысяч подписчиков, пацаны, до конца зимы. Нам осталось реально немножко. Ну, чуть-чуть совсем осталось, буквально там 200 человек подписаться, и все. У нас будет 20 тысяч подписчиков. Поэтому, пацаны, кто не подписан, пожалуйста, подпишитесь на канал. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите MM, потом 7 пункт промокод, указать друга ютубера и пишите промокод Кирилл Гейм капсом, за который вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazon Crew Play. Итак, пацаны, в чем суть сегодняшнего ролика? А суть в том, что у меня есть такой бизнес, как 24/7 на Рублевке. И я хочу сегодня такой эксперимент провести. Я на сутки поставлю в своем бизнесе самые большие цены. Просто максимально большие, где ремки будут стоить по 15 тысяч рублей. И мы посмотрим, будут ли люди вообще закупаться у меня в бизнесе. Это реально чисто все ради эксперимента. Как бы мне не нужно там финку накручивать. Я не хочу там поиметь денег с игроков, потому что, ну, финка у меня в бизнесе и так как бы нормальная. Спасибо, кстати, всем, кто закупается. Реально очень приятно. Но сегодня я хочу немножко, так сказать, потроллить игроков. Буквально на сутки я поставлю самые большие цены. И будет суть вообще в том, то что будут ли вообще люди покупать ремки. Это во-первых. Во-вторых, я хочу посмотреть реакцию. Будет ли мне кто-то ВКонтакте писать, либо в игре. Мне кажется, это будет интересно, потому что многие закупаются как бы именно на Рублевке, тем более здесь много богатых людей, которые здесь живут именно на Рублевке. И поэтому будет интересно вообще, они будут покупать ремки, либо вообще не будут покупать и ехать в другой магазин. Либо все-таки кто-то будет именно покупать по 15 тысяч ремки. Вот реально это будет интересно, и просто посмотрим реакцию. Я думаю, это реально будет интересно. Сейчас я вам покажу, где бизнес находится, для тех, кто не знает. Вот 24/7, и сейчас там цены стоят обычные. Вот, пацанчик как бы приехал, сейчас закупится. Я вам покажу сейчас цены, какие стоят. И мы прямо сейчас поменяем цены. И я потом еще привезу продуктов, чтобы было примерно 10 тысяч продуктов. И, в принципе, посмотрим, как бы, что из этого получится. Вот, смотрите, короче, ремки сейчас по 3000 рублей. То есть сейчас почти самая низкая цена на все стоит, поэтому все дешево. Но мы пишем команду Business, настройки, и здесь мы поменяем сейчас процент. Сейчас стоит минус 70. Так, а мы можем поставить просто 80, да, например. Вот, все, и смотрим цены, пацаны. Ремкомплект 18 тысяч рублей. Один ремкомплект стоит 18 тысяч рублей. Это очень дорого. За эти деньги можно купить, ну, 6 ремкомплектов примерно. Я вот не знаю, почему там оно, пацаны, поехали в бизнес, но мне так стыдно просто. Я не знаю, почему. Мне очень стыдно вообще подходить к бизнесу, реально. Очень стыдно. Потому что 18 тысяч за ремку, я себя чувствую, знаете, какой-то скотиной просто максимально. Каким-то очень плохим человеком я себя чувствую, когда я сделал такие цены в магазине. Вот реально, я чувствую себя просто... Вот давайте посмотрим, кто-то купил что-то или нет. Мне реально интересно просто. Да, кто-то купил. Кто-то купил. Кто-то ремку одну купил, походу. Блин, ну реально, это очень жестко, пацаны. Это реально очень жестко. Я себя чувствую вообще как-то неловко, знаете. Блин, ремки по 18 тысяч. Ой, мне просто, блин, страшно даже подъезжать к бизнесу. Реально. Ладно, сейчас еще онлайн маленький, там 200 человек. Но вечером, мне кажется, меня очень сильно засрать будут. Но видосик реально жесткий, пацаны. Реально жесткий, потому что я в первую очередь как бы подставляю себя тем, то, что я такие цены поставил. То есть мой бизнес, я такие цены поставил. То есть... Все претензии будут именно ко мне. Но я думаю, потом вы посмотрите видео и поймете то, что все это было чисто ради видоса. Вот реально интересно, кто-то будет покупать прям на серьезке по 18 тысяч. Просто мне кажется, есть такие люди, знаете, они могут забежать и посмотреть на цену и просто взять и купить. Вот мне кажется, такие люди тоже будут. Ну блин, реально интересный видос получится, мне кажется. Как бы сейчас время у нас 1 часов по МСК, и завтра в 1 часов по МСК я вам покажу конечный результат. То есть пройдут ровно сутки, и мы посмотрим прибыль. Я думаю, за это точно можно поставить лайк, потому что подобного в ютубе, я думаю, точно нету и больше не будет. Я, кстати, пацаны, придумал, как потом исправиться перед игроками. То есть для них сейчас стоят самые большие цены, но потом, после этого эксперимента, я сделаю самые маленькие цены, то есть ремки будут там по 2500 на один день, я сделаю специально. Я думаю, им это понравится. Тем, кто на Рублевке закупается постоянно. Просто это реально очень жестко, просто я не ожидал. Так, давайте я лучше отъеду отсюда. Вон, видите, машина
машина стоит, и там челик просто в ахуе, смотрите. Он что-то мне говорит, так, давайте напишем, я вас не понимаю. Давайте напишем, что это не я, я не хочу, чтобы он узнал, что это я. Сука, тут ремка стоит 18к. Давайте напишем, ого, 18 тысяч ремка стоит. Вот это он охуел просто, реально. Реально это жестко, пацаны, блин, это реально очень жестко, 18 тысяч ремка. Ладно, пацаны, я об этом уже 100 раз сказал. Я думаю, хватит продуктов возить, в принципе, на сутки хватит, 8 тысяч продуктов. Ну да, 8 тысяч продуктов, я думаю, с головой хватит. Сейчас финка у нас в минусе, время сейчас я вам покажу. Сегодня 18 число, 11.29, то есть 19 числа, примерно в такое же время я зайду и уже вам покажу, в принципе, конечный результат. Для меня пройдут сутки, а для вас пройдет всего лишь одна секунда. Итак, дамы и господа, прошли ровно сутки, я буквально проснулся полчаса назад, захожу в игру. Честно, пацаны, я в шоке, реально, я в шоке от этого эксперимента, потому что все получилось не так, как я думал. Реально, все получилось полностью наоборот. Давайте вам время покажу сейчас, как бы 19 число, 10.38, то есть прошли ровно сутки с того момента, как я завез продукты. Хочу вам напомнить то, что у нас было минус 50 финка. Минус 50 тысяч. И у нас было 8500 продуктов. И сейчас я вам покажу, сколько заработали мы денег за это время. Примерно ушло 3000 продуктов, короче. И давайте я вам покажу, какая прибыль была за сутки. То есть сейчас мы заработали 460 тысяч. А за вчера финка была 1 миллион 100 тысяч. То есть финка практически не поменялась, понимаете? Я просто в шоке, пацаны. Давайте я сейчас заеду, покажу. Я цены не менял, пацаны, ни разу. Я сам даже не менял для себя цены. То есть цены стояли постоянно самые дорогие. То есть цены я вообще не менял. Я реально просто в шоке от того, что людям все равно. Они все равно брали и покупали ремки. Я просто реально от этого в шоке. На самом деле это очень выгодно, потому что у меня за сутки уходит там примерно 12-15 тысяч продуктов. А здесь у меня за сутки ушло 3 тысячи продуктов, а финка почти такая же. Но в том прикол то, что сейчас время как бы, ну, 9 утра, и финка уже почти 500 тысяч. С такими ценами. Это вообще законно, пацаны? И сейчас мы уже поменяем цены. Как бы я обещал то, что я сделаю акцию и сделаю цены по 2500 за рем. Пишем минус 80%. И теперь будут нормальные цены. Вот, вообще просто. Самые дешевые будут теперь ремки. Сегодня, чисто сегодня, на один день я сделаю. На выходных уже сделаю по 3000 рублей. Я думаю, это нормально. То есть, понимаете, один день, то есть сутки, были цены самые дорогие, которые могут только быть. Но сегодня будут цены самые дешевые просто. Максимально дешевые, поэтому, мне кажется, видос получился. Вообще, какая была суть? Суть была в том, то, что проверить, будут ли люди закупаться, если цены очень дорогие. То есть, когда ремки по 3000, у меня финка очень хорошая, там, от миллиона до 2 миллионов. Но я думал, то, что когда ремки будут по 18 тысяч, то вообще никто закупаться не будет. Но люди просто забивали хрен на цену и покупали ремки. И финка вышла, получается, за сутки 1 миллион 600 тысяч почти. Это реально очень хорошо, я реально очень в приятном шоке. Большое спасибо всем, кто закупался. Сегодня чисто ремки будут по 2000 рублей. Я думаю, это нормально. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.